Ой, я стара для таких фокусов. О, Боже, от нас мусора больше вас и посадим без взят, по-моему. А сейчас мы переходим к самой значимой для многих у меня в зале части. Итак, начинаем награждение. И начнем мы с наших партнеров, с наших друзей. Первым, кого я объявляю, клуб восточных единоборств «Сейдакон». А объявить своих номинантов. Рад вас видеть. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер, друзья. Устали? А домой хотите? Скажу сразу, выбор был очень непростой, потому что сегодня, как никогда, было много ярких, сочных, запоминающихся выступлений. И выступлений, которые запали в душу, их было явно больше трех. Но мы сделали непростой выбор. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену Stallion. Усилия. Я хочу пригласить на эту сцену косплеера Сунако. Нашему партнеру. Это Минский Коминский фестиваль. Юникон. Вру, Минский фестиваль. Юникон. И награждают они сертификатом Nomad Darkness 3. Пройдите, пожалуйста, на сцену одиночно и веселее. Darksiders 3. Есть. Нома, Darksiders 3. Есть. Ребята уже опаздывали на поезд, а вам просили передать. Спасибо. Так, следующий наш партнер, Free Time Fest. Вовремя встречаем. Всем добрый вечер. Привет из Гомеля, собственно. Спасибо организаторам за то, что пригласили на фестиваль. Сегодня я почетным гостем уже Рибл. Вот. И помимо всего, от нашего фестиваля есть еще небольшой спецприз. Групповой гейм-дефиле «Флёр», «Джейк», «Октобер», «Ансамбль Старс». Бегут. Thank you.
все, кто сделали этот день величайшим шоу. Спасибо, спасибо. Так, следующий наш партнер. Город Тула. Games Animal Cosmic Fest. Встречаем. Аплодисмент. Питер, привет! Спасибо большое. На самом деле, сначала стоит сказать спасибо, конечно же, нашим организаторам манифесту за этот потрясающий фронт. Огромное спасибо зрителям. В Питере просто потрясающие зрители, а участники еще, естественно, лучше. Мы, на самом деле, фестиваль совершенно новый, но уже в этом году планируем зажечь, поэтому ждем каждого из вас в качестве зрителя, участника, как хотите. Но сегодня мы особенно отметим из группового оригинал дефиле «Огни Самайна» с легендами Севера. Спасибо. И последний наш партнер — это Big Fest AWS. Приглашаю Оля, давай сюда. Поздравляю вас всех с 16 мая. Он наконец-то прошел. Или ужасно вкусно, что он прошел на самом деле. Я еще хочу. Но не буду. Мы хотели вместе с Мафом наградить девочку в наш финал на Ава-Экспо где-то в ноябре, в декабре, когда-нибудь он будет. И это Nomad Darkside 3. Да? Я в тебя верю. Итак, мы переходим к нашему награждению. Вот тот, что потерял. Сережка. Окей, Сережка. Тебе. Мафик с Сережкой. Так, не надо здесь его называть. У нас еще 12 плюс. Так, и начнем мы с нашего традиционного награждения. Я прошу выйти на сцену всех волонтеров, которые сегодняшний день работали, пахали, не покладая рук для вас, чтобы все у нас получилось замечательно. Ребята, аплодисменты, пожалуйста, выйдите на сцену. И мы начнем, конечно, с награждения. Нана! Нана, спасибо тебе огромное. Сой! Леся! Аплодируйте. Так, а что за тип зал? Это самые важные люди сегодня, между прочим. Титони! Лиз! Спасибо. Настя! Нету? Окей, нету. Яна.
зала. Сегодня действительно очень-очень сильно нам помогали. А теперь мы наградим самых важных для вас. Вас. Итак, а начнем мы. С чего будем начать? Ну, давайте мне уже что-нибудь, медальку там, все такое. Гостевое дефиле. Третье место. Зайка. Где у меня дальше гостевое дефиле? Нет гостевого дефиле? А там же еще второе и первое место, еще приз зала, я знаю. Несут еще. Несут? Ну ладно. Если несут, тогда ладно. А что это сразу? А, выбор жюри. Подождите. Это не то. Это дежур-арт. Я вам сейчас голову оторву. Гостевое дефиле, второе место. Вот не надо меня путать. Лина! Где мой маленький Кау? Такой красивенький тут бегал. Есть Лина в зале? Есть! Бежит! Маф на Бразилии. Тише. Первое место. Гостевое дефиле. Утенклэр. Итан Флэр, я здесь? Да, есть. Вам спасибо. И мы переходим. Гостевое дефиле, выбор зала. Море. Не вижу. Ну ладно, потом приведем. Digital Art. Выбор жюри. Нергал. Есть, идет, вижу. Меня только поднимайте, пожалуйста, аккуратно, особенно если кто-то толпой побежит, потому что у нас здесь вот прям совсем маленькое узкое место, чтобы пройти и сверзнуться куда-то в оркестровую яму. Прошу. Спасибо. Выбор зала в номинации Digital Art. Килайсон. Есть? Килайсон есть здесь? Вроде бы не бегут. Ладно, передадим. Следующий. Так, а зал у нас умер, да? Мы так сегодня аплодировали везде. Я аж прям слышала, очень здорово было. Давайте уже дотерпим. Выбор же нет, ты тоже устал. Все устали, надо потерпеть. Digital Fanart Zero. Выбор жюри. Zero есть? Есть, есть Zero. И, собственно, выбор зала туда же уходит. Поздравляем! Спасибо, медали наши. Две сразу. Опа! Красота. Спасибо. Выбор жюри в номинации Original Art. Аврил Дрейс. Есть. Есть. Нет. Нет. Выбор зала в номинации Original Art.
Тоже нету? Нет. Ну ладно. И в себе все забери. Выбор жюри в номинации Original Fan Art. Акио Нагаши. И если мне память не изменяет, выбор зала был примерно таким же. Выбор зала Original Fan Art. Тоже Акио Нагаши. Поздравляю, да, это было очень здорово. И медальку, еще одну. Вам спасибо. Рисуйте больше, нам понравилось. Следующий. Третье место в номинации Original Fandom Photo Cosplay награждается студия «Стиль игры». Есть у меня «Стиль игры»? Кажется, нет. А представители? Есть, есть, есть. Я слышу, вижу, бежу. Так. Оп-оп-оп. Очень крутые костюмы, ребята, отличный ход. И ваша награда. Пожалуйста, диплом. Спасибо. Второе место в номинации Original Fandom Photo Cosplay награждается Слей и Безгада. Есть? Есть, отлично. И медаль. Обязательно. Первое место в номинации Original Fandom Photo Cosplay награждается Joy Fox. Придерживаюсь. Какая женщина? Ваша дама. Вам спасибо. Выбор зала в номинации Original Fandom. Эльза и Тайкондо... Тайкондо Нога. Да, Тайкондо Нога, извините. Есть? Есть? Нет. Давай следующий. Третье место в номинации «Аниме Фото Косплей». «Лохматое нечто». Нет? Есть «Лохматое нечто». Поздравляем. Второе место в номинации «Аниме Фото Косплей» награждается Лисяндр и Стас Борщ. Круто. Держи поднимаю. Поздравляю. Первое место в номинации «Аниме Фото Косплей» награждается Джейду Цубаса. Давайте, летайте оба с рассвета. Ну. Кому грамоту, кому медаль. Поздравляем. Не забываем призы, товарищи. Выбор зала в номинации «Аниме Фото Косплей». Денис Кадетов и Федя Мурзиков. Показывают картинку, нет? Не показывают? Не ля. Спасибо большое. Обнимашки обязательно. Каждому, кто будет говорить обнимашки. Третье место в номинации «Гений Фото Косплей» награждается Хакёки Саори и Дам Авенджер. Так вот, каждому, кто будет говорить обнимашки, отдельный плюс карма. Ты не хватилась ли? Ребятки, давайте быстрее, ну что ж, вы такие медленные все. Молодцы! Второе место в 13 дней фотокосплей награждается Турелленс и Харухи.
Так, так, спокойно, только не убейся там по дороге. Поздравляем. Следующий. И мы дошли наконец до номинации АМВ. Выбор жюри. Никита. Клип нам точно не покажет, я думаю. Никита, есть в зале? Видимо, нет. Нету. И выбор зала номинации АМВ. Скутян. Скутян, бежит, бежит, бежит. Спасибо. Аплодируем, да? Мне принесли аж целых две грамоты, потому что выбор жюри и выбор зала был абсолютно одинаковым. Лолита, дефиле, ромашка и камелия. А почему только одна? Спасибо большое. Продолжаем. Ага, отлично. Опять-таки выбор зала и выбор жюри совпал в номинации «Одиночная оригинал дефиле». Татти Смит. Ну ладно, дадим. Выбор жюри в номинации групповое оригинал дефиле. Мамкин шкаф. Есть? Да, бегут. Ждем. Поздравляем. Обнимашки, обнимашки. Выбор зала в номинации групповое оригинал дефиле награждаются Агниса Майна. Грамоту. Вам спасибо. Спасибо. А где аплодисменты? Я вот не буду продолжать, пока вы будете аплодировать. Так будем до утра сидеть. Выбор жюри в номинации «Одиночная фэндом дефиле». Стеллион. Жюри «Одиночная фэндом дефиле». Поздравляем. Спасибо. И следующий у нас выбор зала в номинации «Одиночная фэндом дефиле» – Слейд. И продолжает у нас обвязки сыпаться, сыпаться в крыму. Так, выбор зала в номинации «Групповое фэндом дефиле» – Бэтл Сакура. И зал, и жюри. Есть у нас? Есть? Это Сакура. Это Сакура. Нет? Подожди. Третье место в номинации «Одиночное аниме дефиле» награждается Джей Хи.
милая, она была. Так, очень согласна. Поздравляю. Приз не забываем. Второе место в номинации «Одиночный аниме дефиле» награждается Сунако. Ну, тут так сильно не побегаешь, на самом деле, в костюме. Да, я понимаю. Зачем по костюму? Спасибо большое. Ну, то есть медаль не сложно надеть. Не буду пытаться. Спасибо большое. И первое место в номинации «Одиночное аниме дефиле» Киёпа. И медаль, и грамоту поздравляю. Поздравляю. Выбор зала в номинации «Одиночное аниме дефиле» награждается Папа Баруто. Лягушки на сон не пущу. Слушай, ну тогда ты будешь рождать. Поздравляю. Поздравляю. Третье место в номинации «Групповое аниме дефиле» награждается Мумис Бумис. Мамис Бумис. Нам простительно, который час. Главное наградить. Че ты ушли, ты вон сюда бежал. Не надо за них решать. Ушли? Можно передать? Можно передать. Так передать так тоже хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Поздравьте от нас сына. Второе место в номинации групповой аниме дефиле. Ох ты ж, господи. Лисиандр. Дальше могу не продолжать. Кусай, Старс, Борщ. У меня только салашка. И подряд. Молодцы. Большой красавчик. Молодцы. Первое место в номинации «Групповой аниме дефиле» Джуно Цубаса. Бегут, 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 бегут. И вот, отлично. Осторожненько, на поворотах. И еще раз. Вам спасибо, это классно. Вам спасибо. Вы вообще очень молодцы. Не забывайте пакеты, товарищи. 12+7. Выбор зала в номинации «Групповое аниме дефиле» награждается Амстердам. Кто влетает, влетай, молодец. Грамоты не забудь. Обязательно, обязательно. Ну, вы крутые, вообще, вообще очень классно, молодцы. И третье место в номинации «Одиночное гейм-дефиле». Эй! Эй, Бризали. А это чувак из Тима Бартона. Ну, похоже, очень крутой чувак. Чувак, есть или нет? О, нет. Как так? Мне не получится не пообниматься. Теперь мы пообниматься. Второе место в номинации «Одиночное гейм-дефиле». Женя! Да ладно, серьезно, нет в зале? Гуренкова Евгения. Ушла? Когда? Я бы сейчас под эту песню тоже думаю подать. Да. Первое место в номинации «Одиночное гейм-дефиле». No way! Первое место в номинации «Одиночное гейм-дефиле». No way! Еще раз! Аплодисменты! Такой костюм был потрясающий. Ну, собственно, вы нас и представляете. В финале «Аэкспо». Еще раз спасибо.
Спасибо. Обнимашечка. Выбор зала в номинации «Одиночная инди-филея». Сэя Скарлетт. Сая Скарлетт, простите. Нечего, у нас их. Выбор жюри в номинации групповой инди-филе. Гилти мамочки. Бегут. Поздравляем. Выбор зала в номинации группа «Бой инди-филе» награждается Алистер Лост из Санрии. Сколько нужно? Сколько нужно? Что, нас и медали забрать? Пойдем. Сейчас я забиваю призы. Выбор жюри в номинации «Чиби Дефиле» Оля Есина. Есть у нас ребенок в зале? Есть ребенок в зале? Кузьмичка, осторожно вот там, пожалуйста. Выбор зала в номинации «Чиби-дефиле» Ари. Есть у нас Ари в зале? Есть. Ну, по крайней мере, представитель. И передайте, пожалуйста, ребенку наше поздравление. Спасибо. Что-то опять похоже. Выбор жюри и выбор зала в номинации «Косплей сценка». Полный Jungle Bells! Ну, ребята, давайте быстрее. У меня тут ручки у 16-летнего нет, самые не железные. Качайся, давайте. Качайся. У вас тут такие подарки. Так, сначала подарки. Раз. Сразу на весь косплей подарок. И еще. А теперь кому медальки? Медали, да. Давай, давай, давай. Герой. Поздравляем. Поздравляем. Мы вас пригласили. Третье. Вам спасибо. Третье место в номинации «Азия караоке» награждается Тюмин. Бежит, бежит, бежит. Ну не он бежит, это я точно знаю. Ну да. А где караоке? Передайте, пожалуйста. Вы пели, но кто у нас на сцене пел? То, что вы там пели. Второе место в номинации «Азия караоке» награждается группа «Токи-доки». Есть в зале? Есть у нас группа «Токи-доки» в зале? Уехали. Классные какие. Первое место в номинации «Азия караоке» награждается Минако. Минако там есть у нас в зале? Есть, бежит. Молодой, бежит. Влетай. Поздравляем. Выбор зала в номинации «Азия караоке» «Токи-доки», но их нет, да. Ой, медалька. Это на 6, на 6. Подожди, подожди. Возвращаем. Третье место. Третье место в номинации «Фэндом караоке» награждается Зоя. Поздравляем. Спасибо. Второе место.
место в номинации «Фэндом караоке» награждается группа «Эвос Опайму». Есть! Здесь, ребята, я вижу, они ведут. Сертификаты на бесплатную еду, конечно же, от Таяки, Тагаяки и
Ну ладно, нам же придется на позже. Грамотно, пожалуйста. Выбор зала в номинации Dance Contest Boy Style. Fuck down! И не забываю, что у меня еще 3 гран-при есть. С цели точно там. Начинаем мы гран-при в номинации «Караоке». Награждается Асали! Бегом, 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 бегом! Давай сюда. Стоять медленно. Ой, только не плачь. Гран-при в номинации «Дефиле» награждается Агни Савайна. И... Поздравляю! Да. Гран-при «Дефиле» и последнее на сегодня гран-при у меня в руках — это Dance Contest. Я даже его достану, покажу. Сертификат на 5000 рублей. Громадную мачу на Невском. Так что не забудьте потом похудеть в следующем фестивале после нее. Поздравляю! 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 И все, на сегодня мы закончили. Спасибо всем тем, кто пришел. Спасибо всем тем, кто так безумно сегодня аплодировал. Это было очень здорово. Пока. Всего хорошего!